Приветствую вас, аноним. Вы знаете, я понимаю, что, возможно, вам хотелось бы, чтобы мы погадали, но это не очень наше занятие. Простите за такой ответ. Тоже, как мне кажется, не очень скромный. Потому что, в общем-то, я понимаю, что вы хотите. Да, я понимаю, что вам хочется человека понять. Я понимаю, что вам действительно вот непонятно, почему он так себя ведет, и я вас понимаю, но тем не менее, несмотря на то, что я вас понимаю, как бы я знаю, что гадать и вообще вот ну гадание, да, это вот к сожалению, далеко не самый такой хороший способ вообще научиться вести себя в отношениях, научиться чувствовать себя в отношениях, вот, и так далее. То есть это вот, к сожалению, или к счастью, да, как бы то, что вы узнаете, что бы вы не узнали, проблема это не решит. Вот. Ну, потому что проблема кроется немножко в другом. В чем именно кроется проблема? В чем именно она заключается? На мой взгляд, в том, что вы, вероятнее всего, не уверены в себе и сомневаетесь в себе. Сомневаетесь в своей, может быть, привлекательности. Сомневаетесь в том, что мужчина вас хочет. То есть, занимаясь с ним любовью, вы, на мой взгляд, не совсем уже это делаете, а вы, на мой взгляд, занимаетесь уже тем, что пытаетесь доказать, в том числе себе, вот, что вы мужчине привлекательны, что вы для него привлекательны, что вы ему ценны. Понимаете? А ваша проблема, ну, например, проблема тревожности, допустим, она не решается, и она не может решиться сама собой, потому что это вы себе не уверены, как мне кажется. И вы пытаетесь эту проблему решить. А я думаю, что если поисследовать вашу неуверенность в себе, то есть посмотреть, вот что, например, за ней скрывается, за вашей неуверенностью в себе, то я думаю, найдется много
того, чего вы, например, боитесь, найдется что-то из того, чего вы опасаетесь, найдется что-то из вашего прошлого опыта. И найдется, опять же, как мне кажется, я в этом не могу быть уверен наверняка, но мне кажется, что вам вот хочется, чтобы мужчина продемонстрировал вам то, что вы для него самое-самое-самое-самое. И может быть это так, может быть вы для него действительно самое-самое-самое. Только проблема заключается в том, что мы же мужчина, по-видимому, не уверен в себе, не уверен в себе достаточно сильно. Это может быть из-за болезни, это может быть из-за прошлого опыта, это может быть из-за еще чего-нибудь. Это не так важно, как то, что по факту человек испытывает определенные проблемы, определенные сложности, определенные трудности, а вы их принимаете на свой счет, говоря, что скажите, а может быть я ему не привлекательный. Ну, при этом в глубине души вы знаете, что не будь вы ему привлекательны, да, не целовал бы он вас, не сближался бы он с вами и так далее. Дальше. Мне кажется, я в этом не уверен, я не буду ничего абсолютно из того, что говорю, преподносить как истину последней инстанции, потому что я могу быть неправ. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вы не принимаете человека таким, как он есть, в том смысле, что вы как будто бы искажаете его образ, делаете его, этот образ, более значимым для себя, мол, вот от его отношения ко мне зависит моя самооценка. К сожалению, при таком подходе очень быстро вы можете разочароваться в человеке. И вот что будет потом, ну, неизвестно. Поэтому вам, на мой взгляд, лучше всего будет сейчас вот стараться человека уже воспринимать как такого. То есть вот он, я имею в виду человек, вот он такой, и он таким, скорее всего, и останется. Хорошо это, плохо, не столь важно. Вот если он таким, вы задаете себе вопрос, вот
если он останется таким, таким как сейчас, вы с ним захотите быть вместе, вы с ним захотите быть, там, не знаю, в отношениях, захотите ли вы с ним находите ли вы с ним быть или нет. Просто вот задавайте себе этот вопрос. Это важный вопрос. От этого вопроса зависит, по сути дела, то, как вы будете устраивать отношения с ним дальше. Ну вот именно в дальнейшем. Понимаете, да? Что я имею в виду? Это важно. Поэтому я рекомендую вам этот момент поисследовать для себя. Каким бы ответ ни был, это не столь важно, как важна ваша честность. В первую очередь честность самой собой, чтобы вы себя не обманывали. Чтобы вы вот как есть, так и чувствовали, чтобы вы, может быть, поведали об этом мужчине. Чтобы рассказали им об этом. Чтобы вы сказали ему, как обстоят, ну, условно, дела. Вот. И это было бы, наверное, логично. Это было бы, наверное, самым лучшим, что вы можете сделать, да? То есть, ну, если вы, к примеру, что-то ощущаете, если вы, к примеру, что-то чувствуете, да, ну, допустим, вот если вы что-то ощущаете, то можно об этом человеку сказать. Сказать, что вас это волнует, сказать, что вас это беспокоит, вот. То, что вы чувствуете, то и сказать человеку. Вот, что вас интересует этот вопрос. Вот. Но только, понимаете, вот вы говорите, да, он меня не хочет, это скорее звучит как некий стереотип. То есть, стереотип какого плана, если мужчина не проявляют себя определенным образом, по сути говорите вы, то для меня это значит, что я не привлекательна. Вот какой, ну, как бы, какой смысл вы придаете этому. Но все люди разные, и способы выражения симпатии у людей тоже могут быть свои. Поэтому так важно, чтобы вы позволили человеку быть собой, но и себе тоже быть собой. Для этого необходимо выражать то, что вас беспокоит. Вот, несмотря на неловкость, несмотря на там, еще какие-то вещи выражать. Это всегда будет
как бы выходом из зоны комфорта, то всегда будет определенным риском для вас, ну потому что вы открываетесь, потому что вы становитесь искренне, это всегда риск. Но это нормально, то что при такой вот открытости мы становимся уязвимыми. Это нормально. Это норма. Ваня другое немножко. Ваня другое немножко. Важно то, готовы ли вы к риску. Или вы пришли на сайт для того, чтобы заменить риск нашим профессиональным мнением. Если так, и не зачтите, пожалуйста, это за отвержение вас. Но если так, то мы вам в этом не поможем. Вам нужно учиться. И говоря учиться, я прям вот так, в принципе, имею в виду, вам нужно учиться самостоятельно принимать решения. Вам нужно учиться самостоятельно искать решения, находить их. Вам нужно самостоятельно делать свой выбор. Тогда данная тревожность вот, вас беспокоить не будет. Конечно, после того, как вы научитесь замещать свои более тонкие реакции, конечно, после того, как ваша самооценка не будет зависеть от действий мужчины, а образ этого человека будет, ну, немножечко, может быть, скорректирован до более-менее реального, то ведь так можно и сломаться, когда пытаешься быть не тем, кем ты являешься, потому что этого хочет другой человек. Вот вам мужчина уже, например, врёт, мягко говоря, насчёт твоей болезни. Ну, он, ну, может быть, и не врёт, но и откровенен вам с вами не совсем. Почему? Потому что думаете, что если, например, он признается, допустим, в какой-то своей, например, к примеру, слабости, вот, то это послужит тому, что вы его, например, оттолкнете. Вы скажете, нет, все. Ты мне не нужен. Ну или это. Не знаю, ты меня не устраиваешь. Ну, к примеру. Вот. И человек этого боится. Понятно, что он этого боится. Это нормально, что он этого боится. Потому что, на мой взгляд, ваши отношения с человеком выстраивать с позиции достижений. То есть ты должен это сделать. Даже здесь не столько я хочу этого. Ну, нет, вы поймите правильно. Я хочу, чтобы вы понимали, что я не говорю, что вы не хотите, да, то есть, ну, может быть, и скорее всего, вы хотите, но вы-то говорите о чем? Не о том, что вы хотите, а о том, что вот что-то не укладывается в вашу привычную картину мира, но это и нормально, что что-то не укладывается в вашу привычную картину мира. Мне кажется, что это абсолютно нормально,
нормальная история, потому что мы взаимодействуем с другим человеком, у которого другая, своя, я бы сказал, картина мира. И он эту картину мира, так же как и вы, он ее продвигает, и это абсолютно для него нормально. Вот то, что я хотел бы вам сказать. На этом все, надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вы постараетесь заметить, вот когда вы пишете, теряясь в догадках, что еще там есть, понимаете, что еще там есть. То есть основной вопрос для меня, как для психотерапевта, для психолога, является не то, что мужчина делает, чего он не делает, а то, что вы теряетесь в догадках, то, что вас такое поведение с его стороны вводит в это состояние, для меня является важным моментом и ключиком к тому, чтобы себя не, ну, не видите полностью, не замечаете. И в нем, и в себе, моя задача вас научить этому. Всего вам самого доброго.